Приветствую вас. Я согласен с коллегами своими по поводу того, что у вас и контроль, и тревожность. Я, правда, только думаю, что проблема у вас еще с личными границами есть. Ну, может быть, проблема личных границ. Вот. И так что, конечно, нужно анализировать вашу ситуацию. Я не думаю, что ваш храп, то есть ваше восприятие храпа является физиологической проблемой. Я думаю, что храп для вас что-то значит. Я думаю, что храп для вас что-то означает. Означает что-то такое негативное, раздражающее. Ведь вы выделяете именно его, и значит тут у вас есть какие-то ассоциации на эту тему. Другой вопрос, какие? То есть, если раньше вы просто спали чутко, как вы говорите, и это было окей, это было нормально, это было в пределах нормы, да, вот, то сейчас ситуация складывается так, что вы не можете спать из-за храпа, значит, что-то изменилось. В вашей жизни, в первую очередь, что-то поменялось, в вашей жизни, в первую очередь, что-то произошло такое, что вывело храп на первое место. То есть, возможно, вы не могли уснуть из-за чего-то, возможно, были еще какие-то проблемы и причины. Здесь, конечно, нужно разбираться. Вот. Значит, по поводу детства и того, что в детстве вы мучились очень сильно от храпа бабушки и дяди, я думаю, что это повлияло, конечно, вот, но насколько это сильно повлияло, это нужно исследовать, то, потому что, ну, по-разному бывает, разные бывают реакции, разные бывают ситуации на данный момент. И мне кажется, что здесь самое главное, знаете, вот, как бы так сказать, ну, не преувеличить проблему, да, вот, не сделать ее какую-то более глобальной, чем она есть на самом деле, вот, и отнестись к ней адекватно. Я могу вот сейчас сказать, что вы человек, который склонен даже вот не то, чтобы к самоконтролю, да, но я бы сказал, что вы человек, который склонен, знаете, все объяснять. Вы человек, который склонен больше жить разумом и чувствами, вот это больше разумом, а чувства свои склонны вы подавлять свои. Вот. Так мне, по крайней мере, кажется, такое у меня возникло ощущение после того, как я прочитал ваш
текст, вот, конечно, могу ошибаться, вот, именно на выражение ваших чувств, именно на выражение ваших чувств, ну, собственно говоря, я думаю, нужно в первую очередь направить и ваше внимание, и ваш ресурс. То есть очевидно, что тот факт, что вы реагируете вот негативно на, значит, храп, тот факт, говорит о том, что с ним, именно с ним, у вас связаны какие-то эмоции, чувства, которые вы не выразили. Ну, не выразили, не отреагировали, возможно. И, собственно говоря, поэтому вас и раздражает. Здесь еще было бы здорово, если бы вы несколько поподробнее описали бы, вот что именно вы чувствуете, да, то есть вот вы говорите, что я не могу уснуть. Ну, хорошо, вы не можете уснуть, но что происходит? То есть вот именно, именно по чувствам, что происходит, именно по эмоциям, что происходит. То есть вот это вот, мне кажется, важным моментом. Вы его, что интересно, да, не раскрываете совершенно, хотя это очень, очень важная история. Вот. Так что вот это тоже нужно поисследовать, этот момент. Дальше. Значит, возможно, вы вот как раз испытываете проблемы при выражении своих чувств. Вот вы пишете, что мне доставляет уже весьма сильный дискомфорт, и я вынужден переезжать, спасаюсь берушами, погрузными наушниками, чем-то таким. Вот. Раньше я думал, что просто чутко сплю, но сейчас у меня эта коллекция в основном осталась только на храп. Ну, вот, соответственно, значит, сейчас у меня осталось. Вот это все получается как постфакт. То есть все это именно вот постфактум. То, что вы описываете, это все постфактум. Ничего субъективного, да, ничего того, что могло бы как-то вот указать на чувственную, психологическую составляющую данной истории, нет. Вот. Я вот посмотрел предыдущий вопрос ваш по психологии, вы его задавали в 2015 году, там вы писали про проблему прокрастинации, то есть проблему мотивации. Проблема мотивации – это проблема, опять же, целей, постановки целей, проблема выбора и критериев цели. И это, собственно говоря, вот подавление, опять же, своих желаний. То есть мы идем, к сожалению, мы идем в этом направлении. Как мне видится, вот. То есть
Здесь нужно только исследовать ваши эмоции. То есть давайте сразу, чтобы вы правильно поняли, да? Сама реакция на храп, является следствием, а не причиной. Причина, она, скорее всего, лежит глубже. В чем именно нужно исследовать. Если я прав, и у вас действительно есть проблемы с выражением чувств, проблемы с личными границами, проблемы с тем, что значит, ну, что пересиливает вас интеллектуальное, чувственное, что интеллектуального больше, грубо говоря, чем чувственного. Если я прав, то вот в первую очередь с этим нужно работать. И в таком случае можно говорить о том, что данная реакция информирует вас о том, что есть некоторые проблемы, которые нужно решать вам. То есть я бы сказал, что это хорошо. Хорошо, что вы вот так на это реагируете. Хорошо, что у вас есть это чувство, потому что если бы его не было, то было бы вам, вероятно, куда тяжелее и болезненнее. Вот. Ну, в том смысле, да, что вы не знали бы о том, что у вас в вашей жизни может быть что-то не так. Ну да, ты сейчас знаете. Вот. А давайте еще раз сейчас пройдемся по вашему тексту, да, посмотрим, ничего ли я не забыл. Итак, есть у меня проблема, совершенно не могу спать, когда кто-то храпит, да, то есть что значит не могу, это просто громко или что, знаете, причем речь идет не о том, что человек храпун ночью, пусть у меня под боком, чтобы он не мешал, нет, моя работа предполагает часто разъезды, порой не могу уснуть, если в гостинице кто-то храпит в соседнем номере. И по большому счету этого человека не очень слышно, очень храпит, не громче бытового холодильника. Ну, давайте вот для начала, да, просто определим, что для вас означает храп. То есть, как вы вообще воспринимаете храп? То есть, что это такое? Как и чувство у вас бывает? То есть, тут вот можно, в общем-то, констатировать то, что ну, возможно у вас незавершенный вот какой-то гештальт, да, незавершенный гештальт по поводу, значит, ну, храп. Понимаете? Вот. То есть, тут, конечно, нужно опять же исследовать, что для вас именно значит храп. Как вы его воспринимает.
что он для вас значит? Какие чувства, например, вызывает у вас и так далее? То есть это вот желательно бы понять. Может быть, вы сами не знаете. Разобраться с этим необходимо. Далее, значит, порой я должен переезжать в гостиницу, потому что стены тонкие, мне слышно этот звук. Ну и что, вы же много каких вещей слышите, да? Мне это все заставляет установить дискомфорт, поскольку количество крапящих людей у нас даже кажется не подается не везде. Так, ну здесь вы выделяете храп определенным образом. Так, всегда меня будет, и уснуть я больше не могу до тех пор, пока не отключили от тебя этот звук. Ну вот опять, вы ничего не пишете по своим чувствам. По своим чувствам. Вот. То есть просто что. Есть храп, он меня будет. И все. Значит, не более того, больше ничего. Как бы вы не описываете. Да согласитесь, с точки зрения психологии, да, это довольно скудная информация. Дальше. Так, значит. Так и было, был период, когда я просыпался от практически любого звука. Но это скорее опять же тревожно, да, то есть неглубокий сон, невозможность расслабиться, влияние, возможно, проблем, да, которые у вас имеют место быть. То есть вот, ну вот вы так себя чувствуете, да, вы так себя, к примеру, ощущаете, да, вы так воспринимаете, к примеру. То есть это вот, опять же, ваше восприятие звуков, почему у вас такой вот неглубокий сон, да, потом что замка, допустим, в спальне вы не слышите, как жена уходит, не слышите, будильник не слышите. То есть тут нужно еще и хронологию исследовать, когда и как, и что было. Когда и как, что менялось, и почему. Дальше. Так, сейчас. На последнее время мне несколько человек, не связанных между собой, сказали, что это проблема психологическая, возможно, связанная с повышенным контролем или что-то такое. Нужно исследовать, опять же, никакой информации у вас нет. Пока то, что вот мне видится, я сказал, значит, контролем возможно, если у вас нет личных, если у вас проблемы с личными границами, то и контроль, соответственно, тоже повышенный будет, потому что когда нет личных границ или когда с ними есть проблемы, человек должен как-то компенсировать свою небезопасность, скажем так, да, и он начинает контролировать. Но опять же, это все можно выяснить в рамках беседы с вами. Вот. То есть так вот предполагать мне не хотелось бы. Дальше. Я задумался, вдруг и правда психологически, вдруг можно с этим что-то сделать. Можно, конечно. Вспомнил, когда в детстве ездил в деревню, там сильно, прямо адски сильно храпели бабушка и дядя. Ну, возможно, вас травмировало это. Тут нужно, опять же, изучать. Да так, что я мучился практически до слез отчаяния. Ну вот, смотрите. Значит, опять родные люди, да? Ну, бабушка, дядя. То есть, там,
не абы кто. Вот это, кстати, единственное вообще описание именно ваших чувств. То есть вот единственное, что есть по чувствам у вас, чисто, ну, по чисто психологическому аспекту. Значит, есть родственники, да, родные люди. Родные люди, которые, ну, вот, спят. Они храпят, они вам мешают. Вы предпочитаете мучиться, почему-то предпочитаете мучиться до слез. Мучиться. Но не сделать ничего, чтобы этого не было. То есть вы не встали, вы не подошли, не попросили, как бы, ну, там, не сказали, да? Вот. Почему? Ну, а ответы здесь какие могут быть? Либо вы стеснялись, да? Ну, вот. Либо у вас был такой элемент стеснения, ну, вы стеснялись, боялись, там, что-то еще. А, либо вы были просто, к примеру, не уверены в себе, да, и в вашей семье не было принято доверительно рассказывать о том, что вот вообще, ну, что не нравится, что беспокоит, что, ну, что неприятно, что тяжело. То есть вот, ну, не принято было в вашей семье так. Ну, потому что, ну, к примеру, если бабушка там еще, можно понять, да, бабушка, она, может быть, старая, может быть, да, там, не способна, к примеру, понять каких-то вещей, вот, то дядя, это, как правило, одного возраста с вашим отцом, вот, а отец, даже если вы поздний ребенок, он все равно там более-менее адекватный человек, вот, ну, более, как бы, расположенный к восприятию информации, вот. И вы ему тоже ничего не сказали. Я не думаю, что дядя и бабушка спали в одной кровати, как бы, в одной комнате. Так я так не думаю. Вот, то есть здесь, видите, как, в вашей семье, да, ну, были какие-то вот уже деструктивные аспекты. И потом же вы ничего не сказали. А тут вы мучились до слез, ваши чувства никто не выразил. То есть, ну, вы сами эти чувства не выразили и не получили ни от кого не получили поддержки в этом. Вот. И вот как вы это восприняли? Ну, как вы это восприняли после того, как это было? То есть, было ли это один раз, например, или это было несколько раз? Что, как вы себя чувствовали? Чувствовали вы себя, не знаю, беспомощным? Чувствовали себя, там, никчемным? Чувствовали себя, там, как-то еще? То есть, вот эти все вещи, они, естественно, влияют сейчас на то, как вы реагируете на храп. Вот. Сам по себе храп не может быть проблемой, реакция на храп. Это защита. То, что происходит, это защита. Вот. Возможно, все началось тогда, в детстве, когда вы ездили к бабушке. Возможно, причина в другом, а ситуация с бабушкой и дядей просто усилила этот эффект. То есть, ну, сделала его более явным. Вот. Может быть так. Так или иначе, этот момент важный, я бы вот здесь
ваши чувства, переживания, выводы, которые вы сделали по исследованию. Равно как и отношения с женой. Никакой осмысленной информации на эту тему, непереносимость храпа из-за психологических причин в интернете я пока не нашел. Алексей, ну вот, да, опять, то, что, то, где проявляется ваша склонность к интеллектуализации, да? Предпочитаете сами изучать, предпочитаете заниматься самолечением, предпочитаете, значит, полагаться в этом смысле на, получается, себя самого, вот, но не на людей, то есть не на специалистов. Вот, вот что это? Что это? Отсутствие доверия к людям или что? Знаете, как вы к этому пришли? Ну, как близко к тому, что вот самому искать какую-то информацию, почему не обратиться к специалисту? Сразу! Вот. Это опять же вот вопрос о том, как у вас все организовано. То есть как у вас вот, ну, организовано линия поведения по решению проблем. Четких границ нет, опять же, здесь. Почему нет? Потому что если были четкие границы, вы бы поняли, что ага, у меня проблема, надо обратиться к специалисту. Нет, реально же я буду искать сам. При этом я являюсь тем, у кого проблемы, и я пытаюсь как бы себе помочь. Это вот нарушение границ личных, И это проблема. То есть, опять же, это симптом проблемы. Сама проблема. Тут можно еще добавить и навязчивость, механизм навязчивости. Что храп это вот вызывает вас навязчивые мысли, которые мешают вам заснуть. Не сам храп, а навязчивые мысли. Навязчивые мысли это история, с одной стороны, интроектов. То есть это интроект со стороны родителей, со стороны родительских фигур к вам, такие установки определенного рода. И с другой стороны, это подавленные желания. То есть хочется взять, да, и что-то сделать. Вопрос заключается в том, что сделать хочется. Это вопрос, который нужно исследовать, вот, это вопрос, который, нужно изучать, после чего, я полагаю, будет и вам самому понятнее, что происходит, и, в общем-то, мы сможем вам помочь более превентивно. Ну, более четко, более превентивно. Вот так. А так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.